Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу вам, как формировать двухлетний уже саженец винограда, как делать обломку, что убирать, что оставлять. Вот смотрите, в прошлом году я его весной высадил, вот этот саженец, вот он у меня дал вот такой вот прирост. Прирост был небольшой, до конца он не вызрел, в общем, то, что вызрело, вот я оставил, вот, обрезал. Начали лезть побеги со всех почек. Я выбрал те побеги, которые мне нужны, то есть с гроздями. По сорту это гурман-лакомка должен быть. Вот. Либо прелесть, либо гурман-лакомка. Вот, честно, не помню. Вот один из них. Посмотреть там надо в журнале. Вот я оставил на сегодняшний день вот так 4 побега. Вот. По-хорошему, нужно на второй год оставить 2 побега. То есть это будут ваши рукава на следующий год. По сути, он растет неплохо. Вот. Он уже как дал. Это у меня будет рукав 1. Это будет рукав 2. Эти у меня отплодоносят, я их потом срежу. Есть эксперты, которые говорят, что на второй год урожай лучше не оставлять. Можно там оставить одну сигналочку, несколько ягодок, чтобы попробовать. Я как бы не сторонник этого. Я все-таки прихожу к тому потихоньку, что урожай виноград должен нести. Если куст растет мощно, куст крепкий, то можно, в принципе, оставить. Побегов много не оставляю, вот как видно, 4 побега всего. И на каждом побеге оставлю по одной гроздочке. Вот, на этом побеге у нас 2 гроздочки образовалось, поэтому одну из гроздочек вот я убираю. Вот остается 1. Этот побег у нас 1 гроздочка. Этот побег 1 гроздочка. И этот побег вот такая 1 гроздочка. Недоразвитая, но гроздочка. Вот. Вот так оставим. Посмотрим дальше, как будет формироваться этот виноград ближе к цветению. Если так же хорошо, мощно будет расти, все 4 побега оставлю. Если будет расти слабенько, побеги, возможно, один из этих побегов верхних я выломаю. Возможно, оба выломаю. И либо выломаю сначала вот эти вот 2 верхние грозди, а 2 нижние оставлю. Ну, посмотрю. В общем, как-то так. Вот у меня еще один куст винограда прошлогодний. Он дал у меня 2 вот таких побега. Вот. Это все выращено из черенка. Вот черенок. Вот 2 побега дал. Тоже вот так вот все почки попросыпались. Все они были бесплодные. Поэтому я оставил вот так. Вот. 1 побег, 2 побег. Оставил так. Да, возможно, кто-то бы сказал, что лучше поставить надо было нижние почки и так далее. Но я здесь большого смысла не вижу. Я, если что, вот так вот обрежу. Либо обе даже вот эти лозы положу. У меня даже нахлёст идет один виноград на другой. Ничего страшного нет. То есть 2 побега я оставил на один рукав, 2 оставил на другой. Этот виноград у меня без плодов. Поэтому я думаю, что расти будет неплохо. Таким способом я формирую двухлетний саженец винограда. Все остальные побеги я ломаю, вот, которые лезут. Сейчас покажу вам куст винограда, который я посадил в этом году. Вот в этом году у меня там на поле растут винные сорта, технические винограда очень хорошие. Вот я принес и решил посадить сюда, так как тот участок я продаю. И решил... Часть этого винограда, который у меня там, у меня на этом участке этих сортов нет. Принес 6 кустиков винограда сюда, посадил. Вот у меня снизу растет побежек. Ну, я его выламываю, он мне не нужен. Я виноград свой не укрываю, поэтому мне не обязательно, чтобы снизу с земли выходило 2 побега. И вот я оставляю здесь всего 2 побега. Это будут будущие 2 рукава на следующий год. Все. Все остальное я выломал. Все, вот так. Сейчас покажу следующий куст. Вот, обратите внимание, вот еще один куст. Тоже технический сорт. Здесь я оставил также 2. Вот один пошел мощный, второй пошел вот внизу. Также будет 2 побега. Больше оставлять нельзя.
Вот еще у меня кустик винограда этого года. Вот смотрите, здесь у меня вот побег раз, вот побег два и вот побег три. Соответственно, один из них буду ломать. Сейчас подожду, как какой что себя покажет. Один из них буду, конечно, выламывать. Ну, скорее всего, не знаю. Я так думаю, не знаю какой. В общем, один из них выломаем. Ну, давайте вот этот. Вот так выломаем, оставим вот два побега. Вот. Вот так. Все. Большего оставлять не надо. В первый год после посадки оставляется максимум две почки, два побега. Все. И вы выращиваете две лозы плодоношения на следующий год. На следующий год уже получаете урожай.